Давай Запишите, сюда, пожалуйста. мне Давай возвращай. обратно. А давай. Не, нихуя. Воронку дай. Воронку дай, Не, нихуя. Слава, ты тут? За воронки, да? Ближе нет, он... За воронки, да? А, нет, здесь. Воронки, да. В угол заводите, там патруль. Наказаны, нахуй, в угол. Ага, Приза наебал тотемы ставит все-таки, видите? Пиздабол. Сейчас приду. Сейчас он, ну это, этот трэш убьем, призом, ой, притом поставь шкаф. А зачем шкаф-то? За суммонем оставшихся. Так мы умрем, реснемся перед этим. А, ну сейчас, да. Перед инстом и потом суммонем. Обновимся. Бля, еще я воронку не полутаю, чешу нахуй. Ты, блядь... Ну тут, если что, большая часть людей не полутала, расслабься. Работаем нахуй. Ну извините, 25 я штук не выпало. Ну вот. А надо было. Зато ли мне 4 штуки. Все, умираем. Да, дохнем. Там можно соляру спулить. Давайте забьем и сразу. Дохните сразу. Сейчас трэш порешает. О, сейчас я порешаю. Там кто-то шкаф поставил, блядь, и стоит. А чё это, блядь, меня не убили, придурки. Ну, никто не заходит, Лёха, сдохни. Мама-то на входе поставьте. Да, у кого есть, поставьте. Подожди, надо обновить. Никто не заходит. Кто-то, блядь, в рейде. Давай сейчас. Сейчас. Да подожди. Вы можете с рейда выйти, блядь? Оно пишет, подземелье обновлено. Когда обновляют. Вот, вот теперь обновил.
убило. Да, там... Так в итоге сколько выпало? Ты же там подсчет вел. 11 или 10? Или 12? Нихуёво так за полчаса, да? Да. Ну как за час? Так мы начали было... 15 минут. Из 20. Или без 15 было 4. Звездного играем. А, вы начали? Да, уже кто-то с пулем. Звездного играем. Калинка, СПГ. У него проход. Да, пускай ничем не поможет. пускай лучше в ТТГ будет. Ну пока все равно трех тел не хватает. Там некоторые еще пока что чистим. Подожди, а разве он на лич? А разве на личе его не было? Нет, его кикнули все. Чё мне один раз? Чтоб не вайпнуться. Не, просто я... А, его, наверное, после Синдры, да, кикнули? Да. Не, сразу, когда на Синдру пришли, кикнули. Не, он же ж метки сначала... Да, он метку одну... Метку в рейд понёс, короче. Нихуя в рейд? Да, да, он пол рейда заморозил, нахуй. Давайте легионера сыграть. Там, если чё, стан. Так, прикол весь в том, что мы с этого трая убили Синдру, бля. Нихуёво. Ну, он бы там катапульты потом начал запускать или чё.
Слава, ты сегодня беседовать будешь, а? Наверное, нет. Да, да, да. Привет. Ой-ой-ой. Да. Здорово, деда. Прощай, Кость. Я все равно кого-то успел заебашить. Бля, я вчера пересмотрел Майор Пейна и фильм «Без чувств». Че, серьезно? Да, да не знаю, мне что-то так захотелось Майор Пейна пересмотреть, блядь, просто пиздец, блядь. Это хорошо, что у тебя есть чувство юмора, оно у меня тоже есть. Следующий кадр весь нахуй отряд побритый нахуй на лысо, блядь. Было. Сейчас чистим весь трэш до, ну, вплоть до соляра, пока людей нету. Дракончиков, я не знаю, давайте пока не будем. Не будем их трогать, что они? Ну или убьем, или убьем. Нам все равно на Алара идти, так что нужно убивать. Звездного там сыграйте. Метку... Вот, давайте. Метку поставь. Ну да, сейчас я приду, я надо Маман позвонить, спросить. Регистрацию прошла мне. Благодарю. Минус на пол. Пароль? Я щелкаю. А. Ну, видимо, постою просто. Ебаный в рот. Паладинов, да еби не матери. Диспельтит танков моментально. И мобов проверять. Там махров лут стоит. Там пути можете разбафать. Мы как, мы будем начинать с Алара или с робота? Пока сейчас не фул. Ты видишь, у него фул. Сейчас трэш чистим пока весь. А там уже посмотрим. Сейчас посмотрим, может вообще ухо не будет. Ой-о. Ебать его. Пока продиспылил вихрь, сука ебаный. Да заебал ты нахуй. Не, ну если б так падало дальше, ну, чисто взять одно РТ, посидеть там, бля. Мелких. Воронок 40 можно нафармить. Да, блядь. Можно сам. Падать будет. И если так в 12 тел ходить, там, как на обычном воронка фарм, типа вот гильдой там 2 лока плюс вот, 2 роги, да? Там за 4 часа мы ему спокойно 26, там 27 штук имануть. Ну, короче, на Next KD буду собирать. Смотрите, там до РТ. Если будет человек 10 онлайн хотя бы. А ты завтра как днем работаешь? Ну, чтобы траут не получать. Лёха, я в отпуск. А, ты в отпуске? Ну, да, что вот до РТ можно сгонять. Так, мы если сегодня закроем, то трэш не реснет. Вот в чем дело. Да, у меня есть 2 персонажа, на котором есть проходки. Спасибо, давай. А можно торжественно, пожалуйста? Буду-ка погребальную. А большого приведу. Погребальная. Я, пожалуй, воздержу таких поздравлений. Поебально? А это, кстати, можно. Но только если с тобой, Дань. Бафа, Леха, наверное, прот. Там есть. Дайте гео на первого дракона. Ражник кулаки разбафать. Бери. Она все равно откатится. Рома отошел, убил, блять, на пару минут и с концами нас. Провалил. Впрочем, да, заражал. Шланг, наверное, поглотил. Ну, шланг, правда. Шланг это хорошо.
Кто бы сомневался. А ты не понаслышке знаешь, да? Тюфль. Гашан вообще... Шлан должен быть резиновый, но не мясной. Гашан единственный даже мастер в своем роде, нахуй. Да, если ты мог, ты мог бы менять его, уроки брать. А чё, мы этих агрить не будем? Да, я не знаю, твоих бы загрели, да и все, чё мы другой. Давайте, я за... Кто куда, я за ними. Да, я его сейчас с левой стороны приведу. Я уже цепляю, подождите. Не цепляй, давай. Все, ведут. Алло. Вылетай меня. Эти CG заебали уже. Йо, мэн! Слишком много гнева для одного дня. Мне кажется, надо вот здесь гир давать. Тогда лишь уже гир было. Вот я говорю, надо было здесь гир давать. А ты еще 5 раз повтори. Ну, могу, надо было здесь гир дать. Могу еще 4 раза дать. Ну, так я жрю еще 5 раз. Еще 4. Ну, да. Ну, нет. Почему нет? А почему да? Почему нет? А почему да? Так, нахуй начинает. Ты чё? Чисто это... Нет, он показывал. Слушай, а поставь... Бля, всё, ну это всё они меня байтят на хуйню всякую. Ой, бай. Ого. Вау. Ты чё, с них шкуру дерёшь? С них шкуру снимаю, всё же чё-то стоит чудовищно. Узловатая кожа, блядь. Это какой-то кал, по-моему, не помню. Пал. Я, кажется, подумал, чем эти самые-то кожевники похожи на дальнобойщиков? Бля, ну давай, чем? Они тоже снимают шкуру. Бля, это нормально, неплохо. Бля, это хорошо. Да, это хорошо. Но не все. Гошан, развод и палку стреляет. Хорошо, хорошо. Думаю, если он так бы не засмеялся. Мордаунд, ты знаешь главное правило дороги? Я думаю, с такими шутками у Гошана палка в году не стреляет. Она висит просто. Осечку дают по субботу. Да. Ты смотрел? Осечку по субботу. Палка не стреляет, если это не ВХ. Не, по своим говорю. Мордаунд. А, по своим? По Friendly Fire? Ты Джей Молчаливого Боба смотрел? Нет, такое не глядел. Я его снял. Я не глядел, я его снимал. Да. Воронки будут? Нет. А если мы посмотрим? Ну давай за свой пищ подам тебе. Я шуфиров в сумочках посмотрел бы, я думаю, я там найду. Да, там есть. А, что ты там? Не только у шалфира можешь в сумочках пошариться. Не, у него там интересно. Одну. Так, не, никто я... вперед танков не лезет. Давайте сначала патруль. Давай. Вчера было у меня интересно, я вчера 5 воронок продал. Там, если что, станом... Вихрь станом сбивает. Сори? Да. Ты не верил. Тряся, блядь, тихо нам. Сейчас, наверное, трэш обычный зачистим, а потом уже стражи будем ебашить нахуй. А можем сразу соляру закрыть? На Е, мне кажется, мы 23 закроем. Ну, у нас не было. Ну да, надо бы. Звездного играем, метку поставим. Опа, консилятор, ебашь. Пизди консилятора. А тебе не кажется, хоть сядь... Консилятор, вставай, пока беги. Утка-то, ПП, смотрится более-менее, ну, прям, знаешь, так, брутально. Так. А все, учила шатуры? Ну... Не снова с вами. Опа, у я-то отошел ненадолго. Да, я еще и шибу. Ну, да, и на воронка фарме также отходит. Данил Александрович. Ну, извините, я вчера предупредил, по какой причине мне надо было уйти. А вчера в гей-клубе ты говорил Данила, блядь.
Данила Сахарон. Данила Сахарон. Слава, ты тут? К сожалению. Автомате? Это зло. Варюанка, нахуй. Так, это как? Я 5 минут отойду покушать. Это в ГБ. Да. А чё это? Нихуя, давай на ров. Рейда нету, нахуй, давай роли. А для ров кончилось. Ну а кого нахуй? Конечно, сролил жук, блядь. И всё, блядь. Уже РТ. Какой РТ, блядь? Нету, а ты уже как лучше сойдёт. Слава. А как вот эту хуйню убрать, окно всплывающее, блядь? Заебывает. При каждой там воронке лучше, блядь. Это начисление. Никак. Это твой рок теперь. Сейчас чистим трэш, потом часовых нахуй. Может сразу тогда это нет, это сразу часовых. Больших убиваем. Ну мы чистим трэш, больших убиваем. Ну давай, по одному только. Зачем скипать? Сейчас лопнет Лёха. Я знаю. Привет. Блядь, он стирается с головы. А что делаете? Ну, Вока. Ладно. Ну, ладно. Какой целью спрашиваешь? Интересует. Бог, сюда нахуй. А, рефлект не вынесен в этом спеке, блядь. Сука. Рефлект не вынесен. А все, до связи. Даже кнопку, блядь, жал нужную, сука. У меня он там не выставлен, блядь. Ванька, пингани еще раз в гильду. То есть. Сейчас приду. Что-то челики в Сан-Андреас умирают и умирают. Да где Вилания пропал, блядь? А хули эти нигеры нахуй, блядь? Я вот не знаю, хинкалинку брать, не брать? Нет, у него фотки, когда ты его возьмешь? А, да, у него же проход. В нем чума, блядь, его нельзя. Чума? И чё? Ну я ж правду сказал, он проклятый. Пойдёт. Ну одну на ролл дайте, нахуй, ёбан. Угу. Ну дайте, ролл. В натуре, блядь. Дайте пару устройте, блядь, мне тут. Я как не знаю, надо. Как вы, но мне кажется, самое время сделать одну важную вещь. Холидринг перекинь людей в 25-ку. Да, сейчас перекину. Чтобы через кнопочку, да? Ну или там Ванька перекинь. Ого, ебать, фаналов насыпал, ушел. Там патруль, вот заходим внутрь. Юля, внутрь заходим. Ой, сколько выпало еще воронок? 3, да? 2? Ну, получается. Сколько? 2 с этого и 1. 3 штуки. Все, блядь. 3 штуки. Сильно. А чё? Сейчас бы дошел патруль и пизда. В ГБ 3, а до этого успели 10 и 11 нафармить. Нет, я про вот сейчас то, что я вижу, типа 2 выпало. Нормально скажу. Че, или босса не бьем, обновляем нахуй. Слава.
Что-то сегодня сыпет, пиздец. Не, я ж не спорю, пусть сыпет. Собирай. Пусть сыпет, пока может. Угу, так его просто не очковать и все. Паладинов, хилов в рейде, да хуища, танка моментально диспелем, напоминаю. Если что, там Юля и Леха в танке. Где? Что, пропустил, что ли? Хуя себе, блядь. Ты там повнимательней, да. Давай. Ну. Или воронки уже. Да, блядь, туда сюда, сука, с этим бролом. Хули вы тут сидите? Давай бродячий этот пак убьем. Бродячий пак. Сейчас я лутом. Ремень тканевый, да? Причужный. Говорят, пошлите в 25-ку, все нахуй сидят дальше. Ну, я сижу там, сам с собой разговариваю, блядь. Я говорю, а огнем, а огнем подруги. Давай зачистим эти пачки, а потом будем эти. Ладно, давай, так, там, зачистим. Понятно. Я это, что говорил-то там, собственно, только сидел. Мы, может, в натуре как-то перенесем тогда ухо на завтра на вид. Хотите, никто? Я бы просто попарил бы, да? Тоже бы сходил. Просто как у меня. Не, это что, Слава, это Слава? Так нормально, сели в гостинке, блин, тут опять решиться надо. Идите. Слава, чё скажешь? Ну, он, люди предложение сделали. Чисто фармить воронки сегодня или... Или... Сходим куда-нибудь, ну, пофармим сейчас. Или посидеть тупо, пофармить воронки. Сходить какую-нибудь обычку и... В ГМ-ку сходить, реально, ссылкашку закрыть быстренько. Не, ну, так-то мы закроем в любом случае. Воронку забери. Сейчас заберу, там, в патруль. Спулили. И башни их. Провиции, башни. Кого щелкнули, сняли, по-моему. Просто так бы окошечко было бы, какое-нибудь еще попарли. Люди там... Ох, ебать. У меня за 2 секунды. Отлуш от всяких. Сначала призм пиздил, потом и Вилаша полетела меня пиздить. Я не понял, то что такое. Я сюда... Что там у нас? Там, ладно. Ресайте. Ресните меня. Где это, блядь? Угу. Спасибо, Костик. Давайте, патруль. Ну, отойдите, отойдите. А что отойти? Давайте его бить, все равно бить его. Надо бить его. Все-таки мы проносим. Что, патруль будем убивать?
Надо его убивать. Дайте сокру. Тебе Лаша бежит. А, ну ты там обмен, нажми. Это сколько? 4 выпало. Да. А ёб твою мать. Даже 4-5 вроде выпало, нет? А, где 5, да. 5, да. Сколько ВГБ, Слава? 8. А у нас выпадет, получается. Ну вот если двум челикам отдавать, это 12, да? Я не знаю, может круг еще один сделать. Еще воронка. Еще воронка. Вот она, воронка 9. Давайте сейчас пока, короче, нет. Мосрезы. Окей. Только вперед танков никто не лезет. Витя, ты скоро будешь опять одеваться? Ну, я бы хотел, если уж я начал. Если, короче, сейчас фармим тогда воронки, пока нету людей. Вперед танков никто не лезет. Юля, Лёха в танке, Никитос при обнове, ну, обновляем, ты знаешь, что делать. Тапать там кого. Mm-hmm. Аккуратно тоже все делаем. Диспал. Ну, я предлагаю, чтобы Слава тебе две воронки дал просто. Это, ну, потому что я два куска открыл фуза свои, типа, воронки. Занимал у людей и так далее, мне ничего не удавалось. Вот пусть, ну, он тебе даст две воронки, и мы с тобой так в расчете будем. Слава. Типа, как будто бы это он мне отдал. Слава. Я ставлю в групп лут, ну, боешки тут все равно копейки стоят, пусть ролят. Не против? Воронки в ГБ, боешки, они копейки стоят. Слышал, Беслав, все ролят. Ты же Серж, понимаешь, что оно не так работает? Гару, ты не против? Ну, почему не так? Ну, ты типа, если тебе что-то не нравится, ты должен был ждать просто, когда тебе дадут воронки, а не покупать. Если ты купил, ну ты просто хотел бы все. Не, ну то есть ты типа в должники сейчас записываешься, гильдию? Но. В смысле, должники? Это очень дерзко и нагло. Я тоже, это, допустим, сам считаю. Я типа, ну, блядь, ну ради бога, открывайте. Никито, если не хотите, ждите, когда появится. Народ, если на то пошло, блядь, я вообще за бабки взял. И чё? Кого в должники записывать, нахуй? Не надо вот эту хуйню. У кого есть возможность, да, открыли. Чё делаем? Всё, дохнем. А, дохнем. А что, мы будем фармить воронки, что ли? Что, кружок? Ну, нету, видишь, не хватает. Нам два тела надо. А что нам два тела? Мы не убьем соляру без этих двух тел или что? Убьем. Вот этого сладкого трэша не будет. Если убить соляру, хоть одного босса, уже вы не обновите. Ладно. То... Слушайте, может, а вообще тогда не трэш, которого мы убили. У кого есть трэш, возможность, тот открывает, блядь. Потому что не все могут ходить на воронка фармы и прочее. И вы думаете, а, что если бы в ГБ были воронки, Слава вам не выдал, блядь. Выдал бы. Не надо вот это, блядь. Все умерли. Кто умер, выходит с инста и стоим. Не ждем. Заходит. О, Элла Маунта отпиздили. Сюда Элла Маунта. Нечаянно. Друид-инвалид зашел, видимо. Все, кто в инсте, выходим. Надо обновлять. Там спулили соляру. У нас сейчас... АФК друид-инвалид или что? Я понять не могу. Они на него смотрят. А,
Хвост в Агримаре. А, все за инстом? Нет, они просто на него смотрели. Все, отагрелось. Не, кто-то в инсте не обновил. А вы не заходите, блин, что вы сразу заходите? Выйдите все. Когда напишет подземелье обновлено, блять, кто в инсте, сука? Все, никого. А что она не обновляет? О, вот теперь обновлено, заходим. Так, бафаемся. Никитос, так, еще раз, вперед танков не лезем. Никитос, сап, черепок. Правую пачку танки. Танк под шкаф. Играем в крейс. Разбафайте там всех. Крестик сыграли сразу. Зергнули его. То ли это, я не знаю, прикол точно 1 блядь, апреля, то ли охуеть как падает сегодня. Нет, всегда так падает. Вчера тоже так падало. Ну, это нам просто к нему не фартило, да? Ну, это типа открутка нам за 3 недели. Вот там, за 50 минут фармили. Я говорю, стоит групп лут, облутайте всех мобов. Вы сейчас пак зальете и больше не заливайте, надо мэтфокса сумануть сюда. Ну, конечно, быстрее приходит, если ты хочешь. Так, одну пачку. Сейчас метку поставил, в звездочку играю. Легионеру стан даете, сбивай. Развешать. Не, ну вчера вообще продуктивное, блядь, РТ было. Пока все закрыли мы. Куда ходили? Закрыли Лича, закрыли Резгир, закрыли, блядь, ЗС 5.6 и закрыли ТТГ-25. Угу. Okay. Метку поставил, сыграйте. А я вчера смотрел, как за Сибирь Джайн убьют. Uh-huh. И бубль матерится. Эх, че, к Антошке ходил. Приватик попили. Вон там. Потеет на Джайне, да? Кто, Антошка? Ну да. Да нет, вообще на изину. Они, короче, вайпнулись. Бубль такой говорит, в хуй ты где? Говорит, заходи. Хуяк, все, ну, все решили сразу проблемы. Ну, блять, хули без Антохи. Это... Ну да, там чисто на хиле все нахуй идет. Там потому что вот эти стаки, короче, на мобах надо копить, и чем больше стаков, тем больше дамаг, ну. Не, я же говорю, хоть слышишь, Тоха... Самый худший одетый, но самый лучший хилит. Он нормальный, он фулл 4-3. Ну блин, уже, а до этого он был 245-й, блин. Ну да. Тогда, так как фармим, больших дракончиков не бьем. Угу. Пробегать будет. Зачем? Ну, типа, могли бы уже потерять. Ну, хотел лярку. Бить? Решили еще фармануть, чтобы воронки были на открытие.
Ты отходил, Чешо, Ваня? Ну, этот круг, да. Я... Просто мы тогда в прошлый раз зачем дракона убили? Ну, что ласт круг. Ну, мы решили просто после дракона. Вернуться, убить дракона всегда успеем. А, и для всех там вкачайте репу себе, чтобы проще было на ЗС Ока. Там три репы надо всего лишь. За жетоны воина за пределы можно вкачать. С Алдорами, с Шатар и Кинарийской экспедиции. Все жетончики есть за пределья? Там, вот, ты можешь просто все вкачать за них. Да. Там баджи копейки стоят. Если будете качать за баджи, покупайте банку на репу. На работу. А, и еще там же вы можете, если голосуете, голоса обменять на жетоны воина за пределье и так же само вкачать репу. Просто это вам легче. Все будут с банками, блять. А эти знаки Лидари, блять, там по 30-40 голды стоят. Вот этих давай не бить. Чё, мы фармим дальше? Да. Пускаем, да, короче? Угу. Что это, комбат? Ого, спал. Нет. Не, ну CJ, блядь, это пиздец. Вернется назад. Аккуратно. Сюда вот с краешку встали. Да. А, кстати, моя наша нерождённая осталась наша нерождённая. Блядь, там еще одна птица летит. Так. Отсюда ж ни одной воронки не выпало. В бок вот сюда ушли, быстро. И обычно, когда воронка фарм скипает весь этот трэш до сюда. Лока и два друида. Ну это через Лока и два друида, блядь. А с этого трэша выпало, блядь, уже ебанешься сколько. Ну сейчас, мышишь, ничего не выпало. Ну сейчас нет, мы, говорю, пока РТ собирали... Нам 6 воронок с этого трэша выпало. Ой. Или 7. Ну да, кстати. Давайте там работаем. Метку поставил, одну пачку ведите. И сюда, там же этот, блядь, патруль ходит. Не, ну Юля в CJ это вообще рофл. Пиздец, нахуй, мне хакали туда. Зедочку играем. Можно было это отключить бы? Да, вот именно. И что, сколько конец? Реобликса выскидывает его. Так, самое классное в том, что даже когда ты в птицу превращаешь, он может превратиться в CJ. Танков здесь пылите сразу. Паладины, там, хилы. Легионера, сдергните сразу. Там станом каз сбивает. Патруль и стражи не бьем. Обходим по стеночке.
О, личку чек. Лава Гару, личку видел? То, блядь, когда боссов пиздим, тут такой, что это тут воронка фарм нахуй, игровая тишина. Все напряжены. Сколько же воронок упадет? Все сидят и молятся на воронке. О, большого когда сагра. Уже он умер, принес. Друидин валит. Да нету. Дерево разобралось. Вот теперь спулили. Теперь спулили часового. Геру дайте. Просто жопа. Гим даю. Вань, дай если же гим. Блять, вы чё? Масса круз дайте. Там еще блядь, одного рова, блядь. Гим, ну, серьезно, дайте что-то? Что-нибудь. Я диван сдал, короче, диван. Падать. Блять, еще раз объясняю. Идем по стеночке, нахуй. Не надо посередине, блять. Коридора пиздовать. Часовых не трогаем. Вперед танков никто не лезет, не пулит. Тут делаешь как быстрее вы. Да, блядь. Я открыл нахуй. Хорошо. Еще одна лежит там, да? Или нет? Ручка-то золотая. Две в натуре, две, да? Так. Блять. Нет. Пока вижу только одно. Нет, все, я затроил. Одно. Это 9 слова. Здесь уже. Хавайте рыбу. Нормально так. Сейчас еще две и. Можно кому-то будет открыть, да, по два куска. Ну, так-то да. Самое главное, чтобы хилы потом с гильдии, из гильдии не влюбнули. Мордаунту закидывайте на два куска сразу и все. Да, кстати, сразу. Но. Ну, я же говорю, будем закидывать проверенным хилом. Давайте закидывать по мере. Не, давайте закидывать по мере уже этого что, получения токенов. Вот и все. Да, да. У меня один есть только токен, но я, получается, у меня кисти. Ну вот. Нет, с робота это Вадикон. С робота Вадикон надо. У него как раз четвертый кусок получается, нет, это профиль да, получается. Вадикона четвертый. Ну тебе можно пузо, блядь. Пузо у меня четвертый кусок. Да, скелет Ваня. Так может два одинаковых выпасть? Не может. Кстати, нет, выпадет, если два одинаковых, да, может быть. Ни разу такого не было. Что в ГМ обычки? Спрашивали уже. Они в ГМ обычки раньше была такая тема. Но потом они пофиксили это уже. Потом, на следующем КД, я сработал. И у разрабов спрашивали, может выпасть два одинаковых Т5. Они сказали, нет. Мы патруль не трогаем, да? Нет, патруль не трогаем. Все ближе к стене. За угол идите. За угол. Ребят, есть инфа сегодня? Подойдет у нас? Нет, не подойдет. Вот это мне тоже интересно. Где Бурябай, где Глеб? Не, Глеб написал, что был ближе. Да Вов Майлав уже он не заходит, он давно. Вчера был. Вчера зов забрал.
Кирсория. Че он вчера делал? Кирсория. Зов забрал вчера. Какой зов? А, с этого. Там Слича, Слича. Слича он забрал. Да не надо, блять, больше проблем от него. Можете их тегнуть прям. Да нас много, мы по-быстрому. Слышишь, а чё мы это, мозга ебем нахуй? Ща, это, можно вообще, блядь, это, выйти вот туда в коридорчик, и у нас же слог есть, ёпта. Ну да, можем там стоять, чилить. Силы потеть. Сейчас, наверное... А, ну, в принципе, тут уже... Укол да не, давай сделаем. Идёт патруль. Скулили, а? Вот патруль. Ну, блядь, где ты нахуй? Расхуярят. Дайте диван. Диван, Лёха, дай. Да я в контроле. А, я его спорил. Диван, Лёха. На срез. А я живой. А. Так, сейчас срезаемся, идём все в коридор. Славу пиздит слева от тебя где-то. Там просто один просто... Ресети. Я же забыл, у нас лог есть, ебаный. Сейчас вообще по красоте будем чилить. Ресните там остальных. Сейчас хилов ресну. Или можешь сразу да в коридорчик идти. Так чё там Гарриш Глеб написал? Там один на себе в итоге выбил Т4. Нет, он так и бегает с 60-ми. Пиздец. Он 200... вроде в ГМО обходил. 265-й, нету Т4. Ну, он да. Там объяснял тем, что типа он хилил их том и в том, и сильной разницы он не видит. Так, все, кто резнулись в коридорчик, Слава, назад в коридорчик, из которого пришли. Все сюда выходим, здесь бафаемся, лок будет приводить сюда трэш. Лок пошел, давай. Давай. Пойдем. Чтоб не пулили вот это лишнее. Давай. Оп, они уже идут. А Вилани не будет сюда? Бедом, поставил Нурмана, пожалуйста. Хуёво. Чего сейчас? А, он будет после... Через час, наверное, будет. О, через час. Нормально. Ну, как раз. Через час пойдем херачить. Пока пофармим.